Всем привет, и мы продолжаем играть в Серебряного Жука-Скоробея. Сегодня у нас на очереди второй левел. Тут уже, возможно, я умру несколько раз. Может быть, даже не несколько раз, а раз 10. Так, давайте вспомним, что вообще происходит. А, здесь нас учат летать. Ну, не обязательно взлетать перед шипами, как я в том эпизоде уже говорил, а можно взлетать просто где угодно. Ну, на любой светящейся планочке, скажем так. Просто если после нее идут шипы, то взлететь нужно обязательно, иначе получишь урон. Ну, это так. Да, вот такие голубенькие кольца, это как оранжевые планочки. Только их надо ломать в полете. То есть зажатым пробелом. Угу. Ну, не думаю, что у зрителей должны какие-то вопросы, типа, возникать. Например, как это получается, почему вот так вот. Ну, вроде как достаточно все интуитивно. Не, ну могут возникать вопросы такие маленькие, типа, а почему тут там не S, там А дали, почему здесь что-то не очень получилось. Ну вот, по очкам. А именно по самому геймплею, ну, вроде как все понятно. Так, ну, наверное, буду иногда забывать говорить, потому что все-таки сосредоточен на геймплее. Ну, постараюсь этого не делать. Ну, хотя что-то особо говорить. Так, ну, достаточно чисто. Не скажу, что прям идеально, но достаточно чисто. В конце этот, ну, на контрольной точке не нажал. На пробел. То есть, по сути, все управление осуществляется пробелом и стрелками. Ай. Потеряли панцирь. Так, было бы неплохо подлечиться. В принципе, лечит на любой контрольной точке, ну, если, конечно, по таймингу пробел нажимается. Вот так вот, все, починили. Что еще сказать можно по этой игре? Ну, похоже она на аудиосерф, если знаете, о чем я. Ну, если сравнивать с той игрой, то какие минусы?
Нельзя, конечно же, свою музыку сюда загружать. Ну и, пожалуй, это, по большому счету, единственный минус. Потому что все остальное здесь мне нравится больше, чем в аудиосерфе. Ай. Да, об эти маленькие планочки тоже ломаешь лицо, если не зажат пробел. Ай-яй-яй. Но все равно починили. Небольшую передышку дают. Но на самом деле так играть-то напряжно. Вот так полчаса без перерыва сидеть, прям потеть. Звук, как будто меч из ножен достают. Ну, когда крылья расправляешь. Ай. Подумал, что я в полете там был. Нормально. Рано отпустил пробел. Ай-яй-яй. Ну вот и первая смерть. Уровень 2.12. Ну, когда знаешь, что впереди, конечно, гораздо проще играть. Ай. Но и без этого играбельно. А это у нас что? Это у нас босс. Ага. Так, я что-то пропустил? Да, заново придется. Немного им не хватает времени полета, чтобы до той достать до следующей. Вот так вот. Ай, не так. Ай. Так, все. Лишний раз летать не надо. Ай. Очень такие отвлекающие спецэффекты от этого босса. Когда он вот эти вот шипы порождает. Вот так вот, да. Отсюда эти щупальцы там. Так. Так. Ну ничего, давайте заново сделаем. Главное, не поранились. Вот, хорошо. Да ш... Заново придется делать.
Когда у этих штришков на земле зеленый цвет, это значит, что я иду хорошо, и комбо продолжается. А если он синий, ну, это значит, что уже как бы заново придется переигрывать эту секцию. Так, возможно, он ваншотный остался босс. Похож чем-то на этот диск DVD. Такой тоже какой-то переливающийся, круглый. Все? Отлично. Ну, не слишком много попыток на это ушло. В целом, я доволен результатом. Ну, учтите, что это всего лишь второй уровень. Ну, середина второго левела. По-моему, всего в игре их 10 там или около того. Ага. Никто только не успел. Вот когда в туннеле, то, ну, ясно дело, не так хорошо видно. Здесь можно очень-очень за долгое время увидеть, что там поворот приближается, еще что-нибудь. А когда в туннеле, тут все близко, все под носом. Ну, теперь, в принципе, я уже знаю, чего ожидать, так что... Ну да, уже знаю, куда смотреть. Рановато. Ну, дожили. Кое-как. Фига себе! Вот это я комбо нарыл тут. Я, кстати, понял, что обозначает этот вот звянькающий звук, когда в вираж входишь. Ну, понятно, что это как бы, что ты его сделал идеально, то есть четко по таймингу нажал на поворот. Но зачем это нужно? После того, как... Сложно объяснить, ладно. После того, как ты взлетаешь на светящейся фигуське и входишь в вираж, если ты зажмешь пробел заранее и войдешь в вираж, ну, не идеально, то ты приземлишься на землю. То есть урон не получишь, комбо не собьешь, но как бы упадешь. А если вот так вот нажать идеально четко по самому таймингу, то полет продолжится. И можно будет позднее приземлиться и удариться в какую-нибудь другую фигушку и получить еще кучу очков за это. Так что... Чтобы сохранить полет, проходя через вираж, нужно пройти через вираж идеально, то бишь нажать на поворот четко в последний момент. Вот и все. Ну, до этого я как бы только сейчас дошел. Своим умом. Ну, вот. Ну, конечно, за очками погонишься. Хорошо.
Да, все правильно. Ай-яй-яй. Ну вообще неплохо идем. Не чувствую, что я как-то тут позорюсь на камеру. Ай. Сказал я и начал умирать, конечно, где попало. Ай-яй-яй, справились. Так, что-то много очень резких поворотов было. Ага. Хорошо, в этой секции куча поворотов. Смотрим прям далеко-далеко вперед. Блин, сложно вот так вперед смотреть. В этих туннелях. А. Так. Так, вот здесь поворотов куча, да? Или нет? Ладно, все нормально. На, неплохо. О, последний босс. Ну что, надо постараться бессмертие пройти. Чтобы такую жирную точку поставить. Вообще не помню, что здесь будет. Ну не, уровни наизусть я не знаю. То есть, ну опять же, просто я их прошел без камеры, потом прошел, ну, через пару дней с камерой. И все. А. Так, неплохо. Первый удар хороший. Да чтоб меня. КамАЗ сбилась. А. Сделал все хорошо, но поздновато вниз нажал стрелочку, чтобы вот так вот падать. Во. Можно было еще лучше это сделать, но... Ну и так хорошо. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну ничего. Ай. Ладно, сделаем заново. Так, еще удар. Так, все, здесь за комбо не охотимся, лишь бы выжить.
Готово? Готово. Отлично. Ну. А, отлично. В тот раз у меня С было. О, много С-очек довольно. А, Б. Сколько? С есть хоть одна? Ни одной С даже. Классно. Ну, вряд ли, конечно, таких же успехов я на третьем уровне достигну. Но на сегодня все. Всем спасибо и всем пока.